А мы подошли к первой. Большим желтым камнем справа две маленькие лягушки сидят на берегу водоема в летний же. До 4 килограмм рыбы. В охоте за рыбой ныряет на глубину до 18 метров, после чего весьма успешно окрашивает скалы белый цвет. Если вы на скальной породе увидите белые налеты, вы не подумайте, что это отложение соли. Это следы жизни и деятельности черноморского баклана. На землю, чтобы потрогать. Остыла лава. Но, как видно, на тот момент лава еще. Правый угол южной сердоликовой бухты. Сейчас увидите потеки пресной воды. Легенда на самом деле это источник чистой пресной воды. Ну а справа ущелье Гюарбак на фоне неба вы можете там проходить на обратном пути. Мы пройдем немножечко вперед, и вы посмотрите назад. Также говорят, что это логово легендарного карадатского змея. Но его видят только те люди, которые приезжают в Крым, попробовать местного вина с коньяком и долго находятся на открытом солнце. Нам он еще пока не встречался. Здесь хорошо видно, как лава застывала под водой. Также на стоянии. Лучи солнца попадают под определенным углом, а ворота отливают золотистым оттенком. А вы говорите, что бывали? Правда, поворотный. Хребет Карагач, что в переводе черное дерево. Высота хребта 333 метра над уровнем моря. У него огромный мешок. Ну, кого Иван Разбойник, вашему взору откроется бухта Разбойничья. Ну, как вы, наверное, видите, с моря ее практически не видно. И этой природной особенностью пользовались запорожские казаки. На данный момент мы с вами движемся в водах заповедника. А теперь давайте посмотрим правее скалы Левинсона лесенка, почти у самого края хребта темная гряда, напоминающая грибы. Это гряда. Thank you.
A tam chyba byliśmy, spaliśmy teraz. Gdzie jest na tej wyspie tam? Nie. Tak, tam.